Ура! Да, кто хочет на видео жару? Совсем не пустили в игровую. Щеля дает котейка. Всем доброе утро. Так, ну что, все, мы вернулись домой. Я сейчас убегаю на тренировку, а у нас сегодня последний день бабушка с дедушкой. Девчонки сейчас уходят в школу, прощаются с бабушкой и с дедушкой, и все. И не уезжают. Вот такое вот у нас утро прикольное, смотрите. Бабушка, привет. Николь, ты в этой кровати спала все время? Нет, я там спала, перешла в кровать. Перебралась? Ну, тебе идет эта кровать. Ножки не давит? Я если вот так лягу, я могу в полке лежать. Да? Алиса меня заставила сюда пойти, потому что нога меня толкала. Да? Место все забрала, я вот там в углу сидела. Ты так спала? А Алиса заняла всю кровать? Угу. А потом, когда я сюда пришла, через 3 минуты, и Марина такая... Смотрите, какой он милый, маленький такой милаш. Милаш. Он так муркает классно. Мур-мур-мур. 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 Так, ну что, с бабушкой вы будете прощаться? Вы сейчас уходите в школу, все. Бабушка уезжает днем. И пока всем. Да, Сюня маленькая. Она а, маленькая. Такая маленькая. Смотри, какая Алиска классная. Алиска, покажись в школьной форме. Вы... О, ты какая вообще. Смотрите, вкусняхи выбирает. Так, давайте заглянем во вкусный шкаф. Такие вкусняхи. Алиска, давай выбирай там. Котярик, а? Такой он матовый просто. Кисюль. Чик. Пап. Только посмотрите, чем там Ева занимается. Вот так вот. Сидела, играла на гитаре. Пупсик, а, пупсик? Давай, давай, давай. Бежит, бежит, бежит. Маленький пупсик. Вот такой пупс у тебя есть. Друзья, я начал вести свой дневник. Я могу сказать, блин, какая же это крутейшая штука. Теперь каждое утро записываю, что происходило вчера по пунктам. Очень прикольно. Ну да. Ну, буду пробовать и вечером. Но я вечером уже вот почувствовал, что я прям уставший был. Пошел спать. Так напиши, устал. Устал. Пятница. Ну, было классно. Слушай, я встал, я так все повспоминал. Думаю, ага, вот это я по-новому сделал, вот это по-старому делал. Все, давайте, обнимашки, поцелунки. Ммм, дедушка уезжает. Бабушка приедет. Как только надо будет, бабушка сразу приедет. Мы из роту. Или вы к бабушке поедете. Ева прям совсем не плачет. Вот такая разойдитесь. Все, пупсики, пока-пока. Пока, моя Лёся. У нас по пятницам можно взять, брать в школу всякую билиберду. Лиса в этот раз решила взять дождик. Эх, ну что, бабушка с дедушкой уезжают. Все, у нас был прощальный обед. Короче, они нагрузили себе в чемоданы так много всего, что мы взвесили в чемоданы. Оказалось, что они больше на 9 килограмм взяли. Поэтому пришлось разгружать все это дело. Мы быстро съели 7 килограмм. И все нормально. Ну что, все, пошли? Пошли. Ну как, вы погостили? Отлично, замечательно. Николь с Алисой потискали? И Еву тоже. Еву тоже затискали. Ну, да. Так, все, мы забрались из школы. Алиска переоделась. Так, нам прислали какую-то большую коробку с сюрпризом. Я не знаю, вот, смотрите, коробка здоровенная такая. Это нам сверху что-то написано. Сейчас будем раскрывать, какой-то сюрприз там ждет нас. Так, Николь тоже пришла. Что, будем открывать? Да. Ну, давайте. О, я вижу, это что-то от Air. От Air, от нашей партнерки. С новым блогом. Это какие-то новогодние подарки они прислали. Блогом или влогом? С новым блогом. Получается, у нас у всех Новый год, а у YouTube берет новый блог. Ну что, будем открывать? Вы готовы? Раз, два, три. Так. О, это билеты нам на видеожару, наверное. А ну-ка. Однако.
Так, поздравляем с Новым годом и Рождеством. Можешь прочитать немножко? Так, желаем ярких впечатлений, творческих взлетов. Так, 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 подожди, подожди. Дарим вам теплый плед и два билета на самый горячий фест «Видеожара». Ура! Да. Кто хочет на видеожару? Кто? Я. Так, в прошлом году не поехали, ныли, тут вообще как нереально. Так, вам два билета на видеожару. Хотите поехать, вы, маленькие мои платформа. Суперблогеры? Это платформа. Это там, где было, да. По-моему. Смотрите, будет в этом году будет видеожара. Киев, в Киеве арт-завод, платформа. Там будет огромное количество блогеров. Это окно. 8-9 червня. Это февраль? Я не помню. Нет, будет это весной будет. А. Так, отлично. Это пледик. Ничего себе. До этого у нас была подушка, а теперь теплый плед. С Air. Да, и там написано Air. А ну-ка. Я предполагаю, что в этот плед уложат нашего котика. Он в нем будет спать. Да. Так, а где Air написано? Подождите. Здесь. С той стороны? Да. А ну где? А, вот написано Air, правильно. Вот, теплый пледик, чтобы блогерам было тепло и уютно. А почему только два билета? Ну, чтобы мама и папа не ехали. Зачем вам там мама и папа? Вы вдвоем поедете. Еще, может быть, Еву с собой возьмете еще. А что, надо попросить у них еще парочку билетов, да? Нет. Так, ну мы вообще, если честно, хотим на видеожару поехать. Да, мы полетим на самолете. Вот так, вот так вот, а? А вы не хотели. Ну, нам в прошлом году лететь из Лос-Анджелеса на видеожару было вообще не кошерненько. Полетим на самолете. Там были все. Да. Полетим на самолете. Так, ребята, вот это крутотень какая. Два билета на видеожару. Так, что еще тут написано? А ну-ка, подожди. В конверте вас ждет сюрприз. Видео поздравления от Николая Рогинца. Это управляющий Air. Скачивайте приложение, и, в общем, все будет круто. Вот сюда вот можно, в общем, навести. А если, интересно, зрители на экран наведут, у них сработает вот это, интересно? Я не знаю. Это вот на это вот. А, на билет вот сюда нужно навести будет. И там будет видеоприглашение, представляешь? Круто. Ну что, Air, спасибо вам большое. Вы, как всегда, крутые наши партнеры. Мы вас обожаем. Очень с вами классно. Да. В тот раз прислали подушку, а сейчас пледик. Вы нам в следующий раз кровать, потом, смотри, в следующий раз пришлют кровать, потом шкаф, потом диван, потом окно, потом кусочек дома пришлют. Ну, в общем, лет через 15 мы вместе с вами соберем один большой дом, я чувствую. Николь и Алиса у нас просто обожают мед. И мы им купили, да, мед в сотах, они любят, смотрите, как они его грызут прям. Ребята, вы любите мед в сотах? Николь прям его ест. Мы ей покупали небольшими такими штуками. Я вам сейчас покажу, какую штуку здоровенную мы купили. Смотрите, это целая большая сота такая. Вот мы теперь отрезаем вот так вот кусочками. Ее нам прислали прям на дом, представляете? Как круто. Так бывает. Теперь девчонки довольны, не надо покупать постоянно. Подошел, отрезал и сиди жумкой себе. Что я вам сейчас покажу? Вот я и появилась на экране. Сейчас вообще... Ну, это просто гениальный ребенок. Смотрите. Видите, что это? Алиса из слайма сделала огромную конфету. А ну, возьми ее в ручки, покажи, какая она огромная. Такая. Со вкусом груши. Со вкусом груши, ты моя умница. Вот такая, видите, прям вот фантик завернутый. Краешки. Написано что-то на нем. Это Алиса. Написано Алиса. Этот ребенок, он никогда вообще не скучает. Он всегда найдет себе занятие. Так, ребят, ну 16 число прошло. Кто не знает, кто не помнит, в нашей семье это определенная традиция. Каждого 16 числа, каждого месяца что-то в нашей семье происходит. Итак, расскажите, пожалуйста, что происходит 16 числа. Точнее, после 16-го. Нет, 16-го. 16-го? Если мы забываем 16-го, то 17-го. Ну, что происходит? Мы покупаем за деньги игры. Что покупаем? За деньги игры. Игры за деньги покупаем? Да.
мы не просто покупаем игры за деньги, а мы покупаем разные штуки. То есть, например, Алиска хочет какое-нибудь приложение себе скачать там. И за деньги после 16 числа ей можно это сделать. Она там выбирает себе что-то интересненькое. Или после, да. Не так и есть. Или 20-го, 15-го. Нет, 15-го нельзя, можно только 16-го, 17-го, 18-го. Да, Николь у нас, например, последнее время покупает робоксы. Она играет в Роблокс постоянно и просит меня купить ей робоксы. Так, Ева вернулась. И у нас сразу начался кипиш полнейший домашний. Что происходит? О, не пускают в игровую вообще. Да что ж такое? Совсем не пустили в игровую. Она говорит мау, 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 мау. Так. Аккуратно. Давай, аккуратно. Спускайся. Так, держись. Хочешь руку? Давай. Давай ручку. Говорит на Алису. Ба-ба-ба-ба-ба. Опа. Что такое соплюшки? Опля, аккуратно. Ага. Вот так, да? Вот так. Что? Давай ручку, давай. Вот, с мамой спускайся, давай. Вот так. Вот так. Вот так, давай, давай. Топай. Соскучился я уже по кипишу, по этому домашнему. Побежали, побежали. Чик, кто там? Алиса, короче, спряталась под стул. А Ева ее ищет. Ева, ты нашла ее? Где она там валяется? Где? О, ты тоже сюда хочешь? Ну залазь давай, залазь. Давай, я вылезу. Давай, залазь. Залазишь? Ева, давай. Пока не хочет. Вот это крикун. Посмотрите, какая пачка детей у нас дома. Вон. Котяра бегает. Давай, давай, давай. Смотри, ля он вообще ля дает, котейка. Все, упал. Упал, устал. Так. Дети. Би. Доброе утро, наши любимые подписчики. У нас сегодня суббота. Девчонки сегодня дома. Алиса кушает кашку и смотрит Бена. Как называется мультик Бен? Бен и Холли. А, Бен и Холли. Кашу кушает. Говорит, приготовь мне такую кашу, как Саша готовит, да? Это сахар туда добавил? Да, а добавь. Еще добавить сахара? Ну давай, сейчас чуть-чуть насыпем еще. Так, давайте сейчас проведаем Николь. Поскольку сегодня она не в школе, она может сегодня спокойно абсолютно выспаться. Пусик мой любимый, доброе утро. Так, ты давно проснулась? Не, уже назад. Да? А что ты сразу, Инстаграм или Ютуб смотришь? Инстаграм. Что ты будешь на завтрак? Не знаю. Чего тебе хочется? Блинчики. Блинчики хочется? Так, ну это нужно маму попросить, чтобы она там замешала свой волшебный коктейль на блинчики. Давай сейчас спрошу у нее. Моя прекрасная бусинка. Ты меня все время здесь находишь. Слушай, ну есть задание к тебе. Какое? Очень ответственное. Какое? Николь очень хочет блинчиков. Нет. А твое задание по
повесит в шкаф тогда. Хорошо. Ты намешаешь ей свой волшебный коктейль блинный? Да. Хорошо. Да. Просто наша мама, она готовит самые вкусные блины на свете. Самые вкусные. Истинцы. Маленький человечек тоже утренний. Ты утренний человек маленький. С утра уже йогурта поела и бегает тут. Так, а где твой дружбан? Скажи, а? Где дружбанчик твой? Вон он, дружбан, смотрите. Всю ночь бегает, прыгает, кто-то устраивает тут. О. Так, все, нужно поймать кота. Бум. Вон он, вылазит. А ну стой, кому говорил. Так, пока мы ходили за покупками, Алиса нам что-то подготовила. Да. Алис, покажешь что-то? Папа, это на кухне. Пойдем. Так, наши покупки. Ох, тут сколько всего, смотрите. Так. О, вау! Ты сама пекла печенье? Нет, мне Инна помогала. Инна помогала, это, вот, ну. Это мое печенье тоже. Со смайликом? Это мое. Ничего себе, тут Ева. Звездочки, какие-то маленькие штуки. Такие вот смешные герои. Ты моя умничка, молодец. Я хочу печенье укусить. Ну давай, укуси. Оно вкусненькое? Да. Ну, Алиска, молодчина. Приготовила печенюхи. Моя умничка. Ты мой повар любимый. Давай пятерку. Это тебе. Пятерочку. Вот так. Такую. Такую печеньку вкусняшку сделала мне. Супер. Так, а можно попробовать, да? Да. Какое вкусное печенье! С тем учетом, что мы нереально голодные. Мы все время зарекаемся и говорим, что нельзя ходить по магазинам, по продуктовым, голодными, потому что мы сносим просто все полки. В этот раз пошли. Поэтому печенька, какое вкусненькое, ням-ням-ням-ням. Супер. Вот так вот. Ба-ба-ба-ба-ба. Так, печеньку. Смотри, вот. Написано Ева. Видишь? А-а-а. Так. Надо попробовать. Интересно. Пап, а это я делала цветочек. Все, попробовала? Давай. Папа, вкусненько. Это я делала цветочек. Ты делала? Красиво.